В селе Жаңақазан Западно-Казахстанской области санврачи обследуют животных на наличие сибирской язвы. Отсюда привезли зараженную корову на один из скотных рынков Атырау. Тушу животного, зараженного опасной инфекцией, обнаружили накануне. Сейчас рынок закрыт, всех животных обследуют на наличие сибирской язвы. Все контактные лица изолированы. Сейчас весь домашний скот на рынке полностью вакцинирован. Животные будут находиться под наблюдением в течение 2 недель. На рынке уже провели дезинфекцию. По факту гибели животного на всех скотных рынках началось лабораторное исследование животных на наличие сибирской язвы. Вакцинация